В Черновцах вот уже вторую неделю не могут установить утечку воды, и это в самом центре города. Старый и прогнивший водопровод не выдерживает нагрузки, трубы буквально трещат по швам. Жители возмущены, поскольку потоки воды превращают улицы в озера. Что говорят коммунальщики, узнавала Ольга Паламарюк. Ручей вместо дороги, так называют улицу Шевченко местные жители. Здесь течет уже вторую неделю. Потоки воды просачиваются сквозь старую брусчатку, не выдерживает водопровод. Это везде у нас в городе такая ситуация, везде, всем городе. Это десятилетиями течет. Здесь уже сейчас течет 3 или 4 вот конкретные такие дырки, которые они опять забивают эти чопики. Она до завтра, труба, ведет себя нормально, следующее утро она опять течет. Чтобы выяснить, где же утечка, дорогу приходится разрывать лишь на этой улице десяток таких перерытых участков. Слесари водоканала работают без перерывов. Течет, гнили трубы, мы находим и латаем, устраняем, что делать. Все гнило, все гнило. Течет не только на этой улице. Практически вся водопроводная магистраль в центральной части Черновцов в аварийном состоянии. Срок эксплуатации труб истек еще лет 30 назад. В водоканале посчитали, нужно полностью поменять минимум 3 километра водопроводных труб. По Шевченко необходимо заменить всю 500 цистерна труба от улицы Головной до улицы Руської. Ее треба все заменить, это 1200 метров. Зараз мы будем менять 160. Это чисто для того, чтобы закрыть хотя бы на зиму аварийные участки. Но если на ремонт деньги есть, планируют привлечь кредиторов, то вот с кадрами дела обстоят куда хуже. Водоканалу не хватает свыше 100 сотрудников, токарей, инженеров, слесарей. Скорочиваем бригады, скорочиваем, пропонуем людям выходить в выходные дни работать. Основная причина, что такая с кадрами, это у нас через то, что люди выезжают за кордон. Багато выезжают за кордон, Польшу, Чехию. Дефицит кадров катастрофический, говорят на предприятии. С такими темпами город может вообще остаться без аварийных бригад. Поэтому на работу зовут всех желающих. Обещают зарплату до 10 тысяч гривен, соцпакет, бесплатное питание и спецодежду. Ольга Паламарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал Интер, Черновцы.